Цветы и подарки из рук губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Такого праздника обладательница 100-тысячной карты жителей Самарской области Екатерина Рогачева не ожидала, когда решила получить универсальную пластиковую карту. Об этой жизненно необходимой новинке узнала случайно от коллег по работе. Потом я зашла на сайт, прочитала про эту карту. Она является и дебетовой картой, то есть я могу оплачивать ей покупки везде. Плюс она еще и как общественный транспорт для оплаты. Ну, там, кэшбэки, баллы, что позволяет тоже экономить какие-то денежные средства. Есть такая удобная функция, как использовать как ключ домофона. Я считаю, что это очень хороший проект, потому что эта карта включает в себя много-много разных функций, чтобы все было в одном как бы месте. Впервые термин «карта жителей Самарской области» прозвучал в феврале 2020 года. В послании губернатора Дмитрия Азарова это послужило стартом к реализации проекта. Разработкой занимались региональный департамент информационных технологий и связей «Цифровой регион» совместно с банками, торговыми и сервисными предприятиями. Это очень непростой продукт на самом деле. Он такой сложно сочиненный. И здесь очень важно было заручиться поддержкой надежных партнеров. Вот хочу сказать, что сегодня у нас три банка являются партнерами. Еще раз хочу привлечь внимание жителей Самарской области к этому продукту, который позволяет комфортно, быстро получать и государственные услуги в электронном виде, имеет целый ряд преимуществ по бонусам, скидкам, является, в общем, сегодня инструментом, работающим как социальная карта. Познакомился губернатор Дмитрий Азаров и с работой только что открывшегося крупнейшего сервисного центра банка-партнера в стране. В ближайшее время здесь создадут 1300 рабочих мест, а значит, жители региона получат новую перспективную работу. Благодаря правительству и губернатору был выбран именно регион Самара, потому что нам здесь комфортно создавать рабочие места, инвестировать в эту территорию, потому что здесь прекрасный персонал. В новом центре сосредоточены подразделения розничного бизнеса, поддержки и контроля финансового, юридического и административного. Кроме того, заработает федеральный круглосуточный ситуационный центр для мониторинга нештатных ситуаций банка и их оперативного устранения. Самара стала глобальным центром компетенций сотрудников, которые оказывают клиентскую поддержку различного уровня и сложности, в том числе при получении карты жителя Самарской области. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.